Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Посмотрим на состав хозяев. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Прессинг будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может... Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Посмотрим на состав хозяев. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Прессинг будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может... Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Посмотрим на состав хозяев. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Прессинг будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника. И подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Команды начинают эту игру. Поехали. Нет, не дошел этот пас до адреса. Балотелли. И это удар! Да, это совсем не точно. Не прошла эта передача мяч у соперника.